среду в Самарской области будет ясная погода с легким морозцем, без осадков. Дневная температура воздуха -7, -9, ночью также 7-9 ниже 0. Ветер западных направлений, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, без осадков, днем -8, ночью -7 градусов. Ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -8, ночью 7 градусов ниже 0, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков. Температура днем 9 градусов ниже 0, ночью также -9. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.